Письмо. Майк пишет письмо американскому другу о своей жизни и впечатлениях в России. Привет, Роджер, дружище. Надеюсь, у тебя все хорошо. У меня в России дела идут неплохо. У меня появились новые друзья – Оксана, Дима и Даша. Они замечательные. Оксана – моя соседка. В первый же день она помогла мне с переездом и с коробками. Она гид-переводчик. Она интересная девушка, а еще она очень красивая. Дима – повар. Благодаря ему я попробовал много новых блюд. Борщ, красный суп, пельмени, творог, гречку, солянку, блины с икрой, а еще сало и салаты. О, русские едят много салатов с майонезом, мимоза, селедка под шубой, оливье. В целом, я отлично провожу здесь время. В эту субботу мы с друзьями ездили на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. На следующих выходных мы пойдем в Большой театр. Мне еще ко многому предстоит привыкнуть. Например, к тому, что здесь не празднуют Рождество. Но они празднуют Новый год так, как мы празднуем Рождество. И к тому, что люди здесь мало улыбаются. Но на самом деле они намного дружелюбнее, чем кажется на первый взгляд. Они всегда помогают в трудную минуту. На работе у меня тоже все хорошо. Расскажи мне, как у тебя дела? Как твои жена и дети? Передавай всем от меня большой привет. Я скоро приеду в гости на рождественские праздники. Крепко обнимаю, Майк.